Четверо пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 в районе месторождения Трепса доставлены бортом санавиации в город Архангельск. Решение о их госпитализации приняли врачи Ненецкой окружной больницы. Еще одна жертва авиационной трагедии остается в реанимационном отделении Наринмара. Транспортировка этого пострадавшего невозможна, поэтому за его жизнь продолжают бороться окружные врачи. Напомню, на борту авиационной машины, которая потерпела крушение в это воскресенье, находилось 7 человек. Это работники подрядных организаций нефтяной компании «Башнефть-Полюс», «Беломортранс» и «СМУ номер 4», жители Архангельска, Кургана и Уфы. В результате крушения двое погибли. Это бортмеханик и один из пассажиров. Еще 5 пострадали. Через несколько часов после авиационного происшествия к месту ЧП добрались 2 вездехода. Жертв катастрофы сначала доставили на вертолетную площадку месторождения «Трепса». Там им оказали первую помощь медики нефтяного промысла, после чего пострадавшие ждали бортсанавиации из Наринмара, который из-за плохих погодных условий вылетел только в 16:22. Сотрудники Наринмарского авиаотряда, Наринмарской района поисково-спасательной базы и медики санавиации сработали слаженно и оперативно. Также в аэропорту до прибытия пострадавших дежурили спасатели. Сотрудники МЧС на место авиакатастрофы не вылетали в связи с отсутствием места на вертолете на санрейсе. Сотрудникам была организована встреча пострадавших, помощь при транспортировке, перегрузке и доставке в больницу. Выживших вертолетом Ми-8 привезли в Наринмар в 20 часов 22 минуты. Из аэропорта пострадавших на 4 каретах скорой помощи отправили в приемный покой. 2 из них в тяжелом состоянии, тяжесть обусловлена множественными переломами ребер. У одного из них перелом бедра, у обоих закрыты черепно-мозговые травмы. Также необходимая помощь им оказана. Состояние их тяжелое, стабильное. Еще 2 пациента находятся в очень тяжелом состоянии. Ночью они были в экстренном порядке, оба прооперированы. У обоих тяжелая сочетанная травма, закрыты черепно-мозговые травмы, переломы ребер, ключицы, у одного перелом бедра, у другого пациента разрыв селезенки, поэтому оба они были прооперированы. На сегодняшний момент состояние их, как я уже сказал, очень тяжелое. Оба находятся на искусственной вентиляции легких. Губернатор округа Игорь Кошин держит на контроле ситуацию, связанную с крушением вертолета Ми-8 в районе месторождения Трепса. От имени жителей округа и себя лично глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, глава региона выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы, которая унесла жизни 2 человек. Любая авиакатастрофа, она, безусловно, начинается на земле. И к ней приводит ряд факторов, которые выливаются в происходящий инцидент. Безусловно, мы координировали все происходящее. Вчера, как только позволили метеоусловия, сразу был отправлен борт. Далее у нас шел пассажирский вертолет с населенного пункта. Мы также его посадили в том районе, что при необходимости вторая машина приняла участие в эвакуации пассажиров. Была тут же отправлена 2 бригады врачей, подготовили к транспортировке. И вчера вечером тяжелые больные, пострадавшие были уже были размещены в нашей больнице. Алина Вучейская, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Игорь Рочев, телеканал «Север».